Из Нью-Йорка на родину в Дагестан. Накануне в аэропорту Махачкалы приземлился рейс с 11 выходцами из нашей республики. Сразу по прилету все пассажиры отправились в обсервацию. Их ждет двухнедельный карантин на базе отдыха «Дельфин». Всего из США в Россию вылетело 400 человек. Воздушное судно сделало две промежуточные посадки, высадив большую часть людей в Москве и в Ростове-на-Дону. Отметим, что в период пандемии коронавируса махачкалинский аэропорт «Уйташ» принимает в среднем по 7-8 рейсов в сутки. В основном они внутренние. Всех приезжих проверяют медики и специалисты Роспотребнадзора. Всем прилетающим лицам из неблагополучных территорий вручается постановление изоляции не просто так, чтобы они соблюдали режим, данный режим, и чтобы они более ответственно относились к этому.